Омского прогулочного теплохода. Прямо во время движения отказали двигатели. ЧП произошло накануне около 19 часов по омскому времени. Речное судно течением прибило к Иртышской набережной, откуда пришедшим на подмогу буксирам теплоход отбуксировали к речному вокзалу. На борту находилось 45 пассажиров, травмы никто не получил. Процесс буксировки, по словам очевидцев, занял около часа. Впрочем, пассажиры восприняли все как небольшое приключение. Паники на борту не было. По факту остановки двигателей прогулочного теплохода «Москва-45» Омская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности плавания.